Готовим торт «Карпатка». Берем воду, добавляем шедевр, жирность 82,5%, соль, растапливаем полностью шедевр, кладем муку, хорошо перемешиваем. Дальше к остывшему тесту добавляем поочередно 3 яйца. Хорошо перемешиваем каждый раз. Выкладываем в форму, у меня 24 сантиметра, и выпекаем 40-45 минут. Для крема берем 2 яйца, сахар, кукурузный крахмал, хорошо перемешиваем, выливаем теплое молоко и варим на среднем огне до загустения. И остужаем крем, уже готовы, у меня получились 2 штуки. Берем шедевр 82,5%, взбиваем до белого цвета и кладем заварной крем. Крем готов, кладем на корж, выравниваем, сверху закрываем вторым коржом и убираем в холодильник 3-4 часа. Торт готов, украшаем сахарной пудрой и ягодами. Всем приятного аппетита, с вами была Дания. Thank you.